Это музыка, под которую влюблялись. Это музыка, под которую умирали. Это музыка любви и боли. Музыка встреч и расставаний. Музыка счастья и горечи. Она родилась в начале 20 века в Аргентине и в мгновение ока завоевала весь мир. Под нее танцевали пьяные моряки и портовые проститутки, миллиардеры и звезды Голливуда, герои и героини мировых войн, люди простые и люди выдающиеся. Эту музыку надо не просто слушать, ее надо чувствовать. И еще, она связана с воспоминаниями многих-многих поколений людей. Бессонной ночью с шампанским чашей мы поднимали и пели тосты за жизнь и счастье, за счастье наше. Сияли звезды. У этой программы три героя: эпоха, танго и замечательный музыкант-скрипачка Светлана Безродная и ее Вивальди-оркестр. Я давно дружу со Светланой Безродной и очень дорожу этой дружбой. Как-то раз мы сидели с ней в московском саду «Эрмитаж», и она стала рассказывать мне о своей жизни, о детстве, родителях, влюбленностях, о музыке. И мне очень захотелось, чтобы этот рассказ услышали и вы. А тут еще Вивальди-оркестр подготовил потрясающую, на мой взгляд, программу из самых знаменитых танго и фокстротов 20 века. Подобным составом еще никто в мире такую музыку не играл. Так и родилось то, что предстоит вам увидеть и услышать этих песен, она является своего рода биографией, наверное. Она является той энциклопедией, того среза той жизни, которая уже никогда не возвратится. И тех людей, которые наивно полагали, что так прекрасно все, что они делают, и так замечательно все должно закончиться. На самом деле происходило все не так. Эти танго, которые являются выражением какого-то взрыва души, в то же время они относятся именно к России, потому что это русское танго. А в России не может быть без страданий. Удивительно то, что под эту музыку танцевали и палачи, и жертвы. Например, я недавно прочла, просто я этого даже не знала, что Абакумов, этот самый страшный человек в то время, в этих жерновах истории, он, оказывается, был потрясающий танцор, и самое любимое его было занятие – это прийти вечером и потанцевать. Вот видите как? А в то же время его жертвы также обожали эту музыку. И вот эти танго, я думаю, что они не зря. Конечно, не зря, потому что ведь кто-то другой мог выбрать такую программу. Но, наверное, именно я должна была попасть в
в эту атмосферу невероятной страсти. О доблестях, о подвигах, о славе я забывал на горестной земле, когда твое лицо в простой оправе передо мной сияло на столе. Я звал тебя, но ты не оглянулась. Я слезы лил, но ты не снизошла. Ты в синий плащ печально завернулась. В сырую ночь ты из дома ушла. Сказать, что я влюбчивый человек. И в то же время я восторженный человек. Вот так. Наверное, восторженность и влюбчивость, это, наверное, может быть и как бы две стороны медали, может быть, одно и то же, но для меня это не одно и то же. То есть я сразу наделяю человека теми качествами, опять взятыми из моей прошлой жизни, а у меня, как теперь выяснилось, я даже посчитала, раз, два, три, четыре. Четыре. Ну, может быть, у каждого человека столько жизни, но не знаю. Дело все в том, что вот эта импульсивность, она, конечно,